Сотню лекций о 100 великих художниках прочитают в Центре своевременного искусства. Образовательный проект стартует уже в это воскресенье. Начать решили с одного из самых эпатажных художников. Первый на очереди Малевич. Очень интересно именно не только картины рассматривать, не творчество, а именно биографию человека, то есть познакомиться с ним более лично, так сказать, и прочувствовать, как он жил, ну, как бы ощутить действительно себя сопричастным к какому-то чему-то великому. Уроки по выходным, без тетрадок и заданий. Никаких парт, размещение в классе свободное. Приглашаются все, возраст и занятия учеников значения не имеют. Вечерние, так сказать, беседы, чтобы настроиться потом на понедельник с каким-то позитивным ладом. Читать лекции будет руководитель центра Денис Барняков. Видеоварианты рассказов о людях искусства будут выкладываться в сеть, хотя организаторы ратуют за офлайн общение. Мы хотим вырвать людей, ну не то что вырвать, а дать им альтернативу интернету, телевидению, чтобы они начинали опять общаться. То есть собираться по интересам и так далее, а потом, потому что все-таки живое общение не заменит ничего. Особенно на лекциях буду ждать молодых художников, которые там же смогут представить на суд зрителей свои работы.